речушка Лоя. Аккуратненько куля. Так-то скользко немножко. Надеюсь, выдержит мои 100 килограмм. Выглядит так хрупко. Ну, офигенно. Очень красиво. Доски прогнили немножко, выглядит стрёмно, но идти можно. А там внизу усиление есть, труба железная, так что нормально, выдержит любой вес. Они скользкие немножко. Ну, вверху она полностью разрушена, конечно же, со временем. Внизу там погулять есть где. Наверху посмотреть тоже можно, во что превращается все это дело. Добраться тут не так далеко, имеет смысл. Опять же, не в мокрую погоду. Но тут все скользко. Красивое солнышко. Ну, это походу начало. Класс. Есть такой по лесу на бобслее. Большая горка, там где я был, вот здесь наверху стоял, но тут маленькая есть, и это такие сани типа для, ну, для покатушек, интересно. Да. Лесенка для занятий. О, тут даже такая штука есть. В школе такие видел. Тут по виду, кстати, неплохо все сохранилось. Да, и пол даже есть. Ну, тут ну, походу была. А, есть.
Ну конечно. Можно ноги переломать на камень. Очень много паутины. Мох такой офигенный, под солнышком. Интернет-школа в Мурьяне. Офигенный я сыщик, искал эту отвесную скалу, красивую, которая есть в фотографиях на Google. Ходил, ходил, думал, где же она, может там, типа, выхожу здесь, вот она прямо за трассой. Интересно. Только вот как туда подойти, это уже другой вопрос. Мощная ворона, не городская, явно. А вот тут уже не очень приятно будет ходить. А, это получается...